Всем привет! Сразу всех встречаю с куском Аленка. Аленка от Константина Меловой. Просушился. Единственное, он очень грязный. Хочу его немножко почистить. Счистить верхний слой немного. И попробовать его в чистом виде. Я его уже пробовала, но он пах порошком. Сейчас почищу, я его уже просушила. Но он был, в принципе, не мокрый, даже не влажный, но все равно проветрила немножко его с дороги. Вот, теперь сейчас его хорошо почищу. Наверное, без вас почищу, чтобы ваше время не занимать. И будем его пробовать. Ну вот, я его почистила. Вот такой стал. Руки все в пыли меловой. Такой стал бархатистый. Прям вообще приятно к нему прикасаться. Сегодня задали вопрос, девушка, довольна ли я посылкой. Ну, посылкой, в общем, ну, мягко сказано, довольна. В принципе, можно почистить, ничего страшного. Вот заказывала Аленку килограмм. Мне пришло вот такие две большие клыбки. Ну, конечно, очистить нужно его. В принципе, сухой пришел, но с каким-то привкусом. Не понимаю, почему вот такая большая глыбка. Вот такие две глыбки. 2 килограмма акбулака. Акбулак, не знаю, то ли пересорт, то ли он такой должен быть. Ну, ни вкуса пока я в нем ничего не чувствую. И не такими кусочками, а мелкими пришел акбулак. И заказывала козье молоко. Козье молоко, ну, по описанию он как бы совпадает. Аленка, ну, по структуре может и совпадает, но по вкусу я не могу понять, почему он как-то вот не такой, как я раньше пробовала Аленку. Заказывала и у Виолетты, она сейчас не работает. Но не такая, конечно. Может быть, ей еще полежать надо? Такой жирный, ну, может быть, одно и то же, как бы, такой жирный сорт. И он еще подарок мне прислал, Элен. Вот Элен вообще мне понравился, вообще вкусный, брусочком, обалденный. Начнем. Что сказать, Аленку пробовала я очень давно, может, года пол назад. Вроде как похож на Аленку, но вот привкус, он не выветривается. Я его уже и сушила на батарее и почистила.
Но вот запах не выветривается. Запах какого-то порошка. Имеет сладковатое послевкусие. Крупинки. Крупинка есть, но она растворяется. Что сказать по поводу Аленки? Скорее всего, это и есть Аленка, не пересорт. Но запах может выветриться и будет более насыщенный вкус. Принесла кусочек как булака. Вот такие вот кусочки там. Заказывала 2 килограмма. Ну, попробуем. Знаете, что мне этот вкус напоминает? Когда начинаешь есть аскорбиновую кислоту, такие крупные таблетки, которые без красителей, добавок оригинал, которые... Вот этот вот вкус, вот копия. Единственное, что он не сладкий. А вот вкус один в один. Аскорбинка. Даже структура. У меня, кстати, есть. Сейчас я принесу. Вот в точь-точь вот такая аскорбиновая кислота. На структуру ее отдает вот таким привкусом, как аскорбина. Единственное, не сладкая и не кисленькая, как она. А по структуре прям вот отдает. Для меня булак, он безвкусный. Ни пыли, ни соли, ни бетона, ни бумажный, газетный. Просто безвкусная масса. Конечно, от него я ожидала совсем другого. Поэтому заказала 2 килограмма. Вот по него я думаю, что он пересорт. Потому что по описанию многих мелоежек он обладает пыльный вкус, горчит там или соленый. А он вообще никакой. Просто масса. Временами даже песочная где-то.
закончилась память на телефоне. В общем, за Акбулак напишите, кто пробовал его, какой он имеет вкус. Вот, кстати, после вкуса как будто сладкое что-то поел такое, и сладкий привкус такой во рту. Сливочно даже сладкий. Принесу козье молоко. Так, козье молоко. Тоже почистила его. Было очень грязное. Попробуем. Ну, по описанию похоже. Очень твердое. Очень жирная. Отдает глинкой. Но такое ощущение, как будто лежал вместе с соленкой. Привкус порошка. Очень твердый. Сразу тает такую густую массу без крупинки. Аленка. Акбулак.
следующем видео попробую козье молоко замочить в водичке и поесть в мокром виде. Очень такое твердое, прям не раскрустить. Он по вкусу очень вкусный. Пахнет прям пылью. Девочки, скорее всего, буду тоже, как и все, регистрироваться в Яндекс. В Яндекс.Зейн. Как вообще? Напишу, зарегистрируюсь и оставлю ссылочку. Потому что, может, платформу эту закроют, YouTube. И не хочу с вами терять контакты. Уже привыкла, как хобби это мое. В общем, вас всех люблю, целую.